Ты права. Здесь тихо. Тихо, но тревожно. Мельницы. Раньше они кормили всех местных жителей и тысячи паломников. А теперь это игрушки охотника. А не мог бы он это делать чуть более явно? Заработали. Так и есть. Плодородная земля наверху ветряной мельницы. Чтобы добраться до плит, надо обойти снаружи. Я думал как-то осесть, работать на мельнице и тем и жить. Серьезно? Да ты что? Это ж скука смертная. Плиты находятся за этими механизмами, там наверху.
Механизмы, рычаги, рычаги, механизмы. Почему нельзя что-то стукнуть, чтобы все заработало? Почему бы не подвигать эти рычаги? Зачем столько рычагов? Наверное, один вращал жернов, а другой определял степень помола муки. Мука — это вообще важно? Наверное, сейчас один крутит механизм, другой устанавливает время. Что еще о мельницах? Как нам выпечь пышную буханку хлеба? Думай шире. Надо повернуть механизмы в нужном направлении, чтобы окончательно их расставить. Да, иначе мука выйдет слишком грубой. Если получится комковатый хлеб, то нам конец, да? Просто вращай рычаг. Сейчас прикинем. Дай-ка мне пару минут. Ты уверена, что тут нет ничего, почему надо просто стукнуть? Механизмы, рычаги. Один крутит механизм, другой что-то еще. Это как-то связано с вращением. Оба механизма должны крутиться определенным образом. Вот почему мы не видели охотника. Он точно до этого не догадается. Помоги мне! Механизм сдвинулся. Осталось немного подождать. Поворачивай. Идем наверх. Механизмы, рычаги. Знаешь, большинство храмов, которые я посещал, ну, там были ямы с пулями, фальшивые стены, иногда стражи. Но что в такие сложности? Ну, наверное. Здесь люди пытались строить на века, так что это служило хорошо и долго. Интересуешься мельницами? Если ты не поймешь, как устроен город, ты не сможешь помочь его народу. Строить мельницу, готовиться к чему-то, выжидать. А в это время жернова времени перемалывают твою жизнь. Терпение не всегда благо. А ты никогда не слышал, что хорошее стоит того, чтобы ждать? Хорошее оно и есть хорошее. Зачем ждать? Так что, будем дальше восхищаться мельницей или полезем на башню? На мешок золота можно купить 1000 мешков муки. О чем это говорит? Куда бегите? Просто смотри, был ли ты внимателен. Это будет немного посложнее. Нужно
Потянуть рычаги, чтобы передвинуть механизм. Да, я понял. Терпение. Оно всегда приносит плоды. Надо терпение и труд, все перетрут. Угу. И что? Надо было все настолько усложнять? Надо осмотреть каждый механизм. Затем сделать так, чтобы они вращались одновременно. Все не так плохо. Кажется, правый рычаг вращает механизм, а левый определяет частоту вращения. Представь, что это храм. Надо пройти в дверь. Что бы ты сделал? Ты думаешь о золоте? Скорее, юных послушницах. Ну и золото сгодится. Ну, то же самое, как и на том этаже, но тут надо просто выровнять механизм. Ты видела город с мельницей? Наверное, сверху он виден целиком. Но все, что видят мельники, это только стены, да мешки с зерном и мукой. Но они знают, что помогают людям, и это уже награда. Просто нужно терпение, как и в нашем случае. Надо настроить механизмы так, чтобы один поворот их выровнял. Идем. Нам надо выбираться наверх. Нужно идти дальше. Я нигде не вижу охотника. Если мы хотим решить головоломку, надо идти. Можно стукнуть. Делай.
Видишь, не всегда нужно выжидать. Необходимо действовать. Вот как? Оглядись. Мы можем умереть в ближайшие 5 минут. Так чего же ждать? Лучше умереть, пытаясь что-то изменить. Может, ты и прав? Если ты чего-то хочешь, очень хочешь, то ждать не нужно. Да? Итак, чего мы ждем? Держаться вместе, тогда мы сможем через это пройти. Третьи черные врата. Господи, я ужасно устал. Когда все закончится, буду отсыпаться неделю.